Несмотря на календарную весну, климатическая зима, как обычно, не ограничилась тремя месяцами. Поэтому обильные снегопады для коммунальщиков неожиданностью не стали. Уже с первой половины дня здесь, в Ленинском районе Самары, работает усиленная бригада МП «Благоустройство». Расчистка территории ведется от улицы к улице. На данном участке работают 5 единиц техники на одной улице. То есть 2 «Бобкэта», МТЗ, 2 «Погрузчика» и 7 единиц самосвалов. Задача стоит такая, что сначала нужно вывести снег, потом промести проезжую часть, очистить ее, промести тротуар, обработать тротуар противогололедным реагентом. Итак, по всему городу в дневную смену на улицах Самары работают 428 рабочих, привлечено 225 единиц техники. Ночью силы и средства для расчистки города только нарастили. Основной упор, конечно, механизированная очистка самой дорожной сети, тротуары, остановки, пешеходные переходы, естественно, подъезды к больницам и кислородному заводу. Основной упор, как всегда, у нас на ночь. Повышенный выход техники. В ночную смену на улице Самары вышли 332 единицы техники. Для вывоза снежных масс на полигоны привлекли 160 самосвалов. В ночь со вторника на среду из города собрали и вывезли почти 8,5 тонн снега. Уже сейчас общая цифра за этот год превысила показатели прошлой зимы почти в два раза. Борьба с последствиями снегопада в Самаре будет продолжаться. В адрес управляющих компаний также поступили указания активизировать расчистку во дворах. Эффективность их работы контролирует административная комиссия. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События.